Раньше, из-за волосяного покрова я не мог нормально общаться с людьми и вести интервью. Ваша супруга – дочь адмирала. Я не буду отвечать на эти все вопросы. Я вам сказал, я не... если у вас остались эти вопросы только, нет, я заканчиваю интервью, потому что мне пора уже без 5:05. Но потом один из моих гостей посоветовал мне хозяйственное мыло. После первого применения я увидел результат. И теперь я могу спокойно общаться с гостями и задавать им вопросы. В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа. Хозяйственное мыло. Скажи своим волосам. Ты мне не попадайся на глаза, сука.